Лучшая песня прошлого года определилась голосованием во время музыкального банка, который с 2002 года проходит в Вентскулсе. В этом году лавры победителя достались группе «Прата Ветра» за песню «Зему Апест». На втором месте группа «The Sound Poets», которая принимала участие в музыкальном банке впервые. Исполнители поддерживали друг друга, высоко оценивая творчество своих коллег. Если честно, все песни фавориты. Кто победит, сложно сказать. Все песни очень хорошие. Весь сердце. Мне бы точно было сказать про астронавтов, чтобы остаться в семье. Если от всей души, то я должен был бы голосовать за группу «Астронавт». Все-таки семья. Но мне нравится еще и «The Sound Poets». Весь их альбом – это прекрасная мастерская работа. Для нас музыкальный банк – это не конкурс, говорят певцы. Это место нашей встречи. Музыкальный банк – это традиция с 2009 года, когда мы приняли участие с песней «Абракадабра» и выиграли. Мы участвуем каждый год. И теперь не можем представить себе январь без музыкального банка. Это прекрасное мероприятие, где можно встретить отличных музыкантов, друзей, поболтать друг с другом, приятно участвовать. И это самое главное в этом мероприятии. Призер музыкального банка прошлых лет Донс в этом году замыкает тройку лидеров. Мы приехали попеть, а не за призами. Мы не спортсмены. Это спортсмены борются за призы. Сейчас надо думать не о призах, а о Раймонде Вейнисе. Пусть он выздоравливает, встает на ноги. А это мероприятие – возможность собраться, попеть. Возьмемся все за руки и будем думать о хорошем, чтобы все было хорошо и у президента, и у Роланда Удриса, у которого тоже есть проблемы. Сегодняшний концерт мы можем посвятить президенту. Пусть он выздоравливает, а это самое главное. Татьяна Саксаганская, Ольга Гавары, Эдгар Синдриксон с Курзумского телевидения.